наш международный дипломатический клуб, мы сформировали специальную даже конференцию на острове Джеду, самая южная часть Южной Кореи. А Россия сегодня выступает, как вы знаете, глобальной площадкой для объединения двух Корей, потому что у нас хорошие отношения как с Южной, так и с Северной Кореей, именно в России. Поэтому можно сформировать особенную конференцию, посвященную 75-летию Победы, куда мы могли пригласить представителей Южной и Северной Кореи, где опять-таки Россия в роли глобального миротворца. Формирование этой конференции благую роль могла бы сыграть UPF, как глобальная площадка, она часто делает такие ивенты подобные. Мы партнеры, наш международный дипломатический клуб, партнер UPF, Universal Peace Federation. My name is Maria Nazarova, I'm UPF. Поэтому можно было бы здесь синергизировать все усилия. Совместно с нашим партнером Абдулбаситом, который представляет парламент Лондона, Великобритании, House of Lords, мы провели там WHD и Международный дипломатический амикабилити большую такую конференцию на этом острове. И у нас даже возникла идея ассоциации, создания ассоциации островных государств, куда включают, конечно, Японию, как бы сказать, Мальта, Великобритания, это тоже остров. Вот. Ну, это мы будем разрабатывать, еще такая глобальная идея. Но мне хотелось бы сказать о главном сейчас, что мы должны использовать вот этот год, 30-летие, юбилейный год, действительно для того, чтобы сделать что-то значимое, сформировать как некую такую повестку дня и культурных обменов между Россией и Кореей. В завершение хотел бы сказать, что этот год для России особенно важный. Россия председательствует БРИКС. Россия в этом году празднует 75-летие Великой Победы. Вы знаете, что Владимир Путин пригласил Дональда Трампа на парад Победы, пригласил многих лидеров государств, европейских государств, Макрона пригласил. Я не знаю, пригласил ли он южнокорейского президента, но мне кажется, что с такой дипломатической точки зрения было бы очень хорошо использовать год, юбилейный год Победы для формирования особого дипломатического формата, куда бы мы пригласили бы конференцию представителей Северной и Южной Кореи для празднования этой великой даты. В завершение хотел сказать, поскольку господин конгрессмен относится к правящей партии, у него есть возможность общения с первым лицом, то по итогам нашей встречи можно в качестве такого совместного обсуждения, чтобы он предложил президенту, что от делегации от нашей прозвучало два предложения. Первое предложение – это создание конференции в Корее БРИКС+, потому что мы уже, например, проводим это в Дубае. 5 стран БРИКС, как вы знаете, ни одна из них не относится к исламскому миру. Мы специально сделали конференцию БРИКС+, в Дубае, для того, чтобы показать, что сегодня страны БРИКС открыты к диалогу, в том числе и с исламским миром. То же самое можно провести в Корее, допустим, БРИКС+, потому что я знаю, что очень многие корейцы относятся очень положительно к этому бренду межправительственного БРИКС.